В минувшую субботу на улице Андреевской в поселке Сахарово едва не закончилась трагедия встреча легковушки с мопедом. Мопед на скорости лоб в лоб летел в автомобиль, помог маневр водителя машины. Удар мопедом сильно повредил бок автомобиля. Мопед с места происшествия скрылся. По словам водителя, двухколесной техникой управлял подросток. Жители Сахарова, Горютина, Авакумова неоднократно видят группу подростков на мопедах. Детям не более 13 лет, говорят очевидцы. Гоняя по дорогам общего пользования, несовершеннолетние мопедисты не раз провоцировали дорожно-транспортные происшествия. Люди просят откликнуться всех, кто знает водителя. Водителей этих мопедов и их родителей. Телефон для связи на ваших экранах. 6 июля поступило сообщение о возгорании в гаражном кооперативе «Торжка». Автомобиль удалось спасти благодаря оперативности огнеборцев. Они открыли ворота гаража, где было задымление, выкатили автомобиль и ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждена внутренняя отделка гаража на площади 20 квадратных метров. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание. За период с 1 по 7 июля 2024 года на территории Верхневолжья сотрудниками МЧС России ликвидировано 63 пожара, в которых было эвакуировано 33 человека. К сожалению, 4 человека пострадало, погибших нет. Так, 7 июля огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание одного жилого и двух нежилых домов в деревне Горки Торжокского муниципального образования. В результате пожара нежилые дома уничтожены полностью, жилой дом поврежден. На пожаре пострадали 2 человека. С ожогами различной степени тяжести доставлены в областную клиническую больницу города Твери. Причина пожара устанавливается. Также за отчетный период пожарно-спасательные подразделения привлекались до ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 18 человек, в том числе 9 детей. За неделю зарегистрировано 2 происшествия на воде. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону 01, сотовых телефонов 101-112, телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 8-48-22-39-99-99. В рамках всероссийского межведомственного проекта «Каникулы с Росгвардией» сотрудники ОМОН «Барс» рассказали ребятам из военно-патриотического клуба десантного профиля «Сириус» о своей службе, истории отряда, целях и задачах ведомства. Ребятам показали отдельные элементы экипировки и средств защиты, используемые при выполнении служебных задач. Большой интерес вызвала тренировка бойцов ОМОН по совершенствованию навыков боевых приемов борьбы. Подполковник полиции Сергей Шаран рассказал ребятам о возможностях служебного транспорта, стоящего на вооружении ОМОН. А еще перед школьниками выступили кинологи со своими питомцами. Они продемонстрировали выполнение жестовых и голосовых команд. Завершило занятие совместное фото. Наши воспитанники остались очень довольны. И обязательно посетят еще раз каникулы с Росгвардией.